Мы познакомились в компании общих друзей в нашем родном городе, в Кызыле. Всех это, кстати, всегда удивляет, потому что я артист цирка и все время гастролировал по разным городам. А жена-то у меня русская, поэтому в Туве многие сделали вывод, что Лиза не из Тувы, и что мы познакомились с ней где-то на гастролях в других городах. Для меня это всегда было очень смешно, потому что я родилась и выросла в Туве. Мы вместе уже 10 лет, и если считать официально, то 9 лет с регистрацией. У нас двое детей – Леня и сын Лизы от первого брака – Данила. В нашем случае язык один, так как мы оба родом из Тувы, а менталитет, если честно, то мне кажется, что тоже одинаковый. Либо мы сейчас просто так уже притерлись с ним друг к другу за столько лет, поэтому никакого барьера не было. Пожалуй, только шага отмечаем. Где бы мы ни были, этот праздник нельзя пропустить. Следим за всеми новостями из родной республики. Мы всегда в курсе, когда приезжаем в Туву, то участвуем во многих традиционных мероприятиях. Вообще мы хотим жить в разных странах, но не потому, что мы не любим свою страну, а потому что мы кочевники по натуре и хотим побывать в разных странах. Про стереотипы вообще-то я, знаете, не люблю. Разные стереотипы, навешивание ярлыков на кого-либо, тем более по национальному признаку. Я очень люблю Туву и тувинцев и всегда разбиваю все стереотипы о них в пух и прах, не даю обиду. Опровергнуть могу, что русские женщины обязательно хлебосольные. И с рождения отличные повара, швеи, домохозяйки. Так и но есть. Это не всегда так. Для меня самое главное в отношениях – это взаимоуважение, доверие и свобода. Для меня главное, чтобы с человеком было хорошо, просто, всегда и везде, и в горе, и в радости, всегда вместе. Поздравляем вас от всей души с Днем народного единства. Пусть ваш дом будет полной чашей, и в нем живет любовь и уважение. Согласна. А меня зовут Али Богон, я китаец. Мы живем в солнечной Бурятии, у нас двое детей. Нимагао, меня зовут Либаты. Как тебя зовут, сынок? Либоба. Мы познакомились 12 лет назад. Я тогда работала в кафе официантом. А я работала поваром. В этом же кафе. В этом кафе. В нашей семье мы разговариваем в основном на русском языке. Муж со старшим сыном разговаривает на китайском. Младший знает только русский язык. Мы отмечаем все национальные праздники, что китайские, что тувинские. В Китае самый основной праздник – это, конечно же, китайский Новый год, который длится 2 месяца. Иногда даты китайского Нового года и праздника Шага совпадают, поэтому мы празднуем двойные праздники. В основном дома у нас готовит муж китайскую домашнюю еду. Также мы любим деликатесы тувинской кухни. Мы хотим жить на 2 страны, что в Китае и что в России. Главное в наших отношениях, конечно же, это поддержка и готовность обсуждать любые конфликты в нужное время. Сейчас я имею свою студию красоты, работаю мастером-тренером перманентного макияжа. А я сейчас работаю в строительной компании «Первочка». Пускай между всеми народами будет мир и согласие. Мы от всего сердца желаем, чтобы мы все стали дружнее и терпимее друг к другу. Ведь каждый народ ценен и важен. Желаю всем добра, понимания, гармонии и, конечно же, счастья.